Полесская аутентичность на российских театральных подмостках. Спектакль «Пинская шляхта» Полесского драматического театра удостоен золотого диплома 15-го международного театрального форума «Золотой Витязь-2017» в номинации «За актерский ансамбль». Масштабное культурное мероприятие проходило в Москве в рамках Международного славянского форума искусств при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и МЧС России. Девиз фестиваля – «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Напомним, режиссером постановки «Пинская шляхта» Винцента Дунина Мартинкевича является заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Виталий Барковский. Фарс «Водевиль», который год является креативной визитной карточкой пинской труппы. В эти дни коллектив драмтеатра представляет свое творчество в столице Молдовы, в городе Кишиневе, на международном театральном фестивале «Молдфест Рампа.ру». Пожелаем нашим артистам новых заслуг в мире большого искусства.